Понедельник, 18 февраля, среди белого дня произошла авария на въезде в город. Минивэн и кроссовер не смогли распределить очередность проезда перекрестка и совершили дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус отделался кузовными повреждениями. У кроссовера дефекты более серьезные. Здесь есть знак платформа, он не может уходить налево. Фура загородила движение этому человеку, ну, обзор. Мы двигались, он выскочил, мы попали в аварию, естественно. Что вам могу сказать, зрители города Десногорска? Будьте внимательны на дорогах. Далее происшествие разбирали сотрудники ГИБДД. При этом перекресток подтвердил свою славу самого аварийного участка в Десногорске. Несмотря на открытый обзор и отсутствие препятствий, большинство аварий случаются именно здесь.